С миру по нитке жители села Серец Страшенского района добавили мэрии денег на ремонт дорог. Благодаря этому в прошлом году до неузнаваемости изменились 7 улиц. Для сравнения, в столице муниципалитет потратился всего на 3. Довольные результатом, сельчане решили продолжить. Мы посоветовались и решили собрать деньги, а мэрия нам поможет. Летом очень пыльно, нельзя оставить дверь открытой. Ливия Ребежа говорит про улицу Александра Челбуна. На капитальный ремонт без малого километра дороги нужно 2 миллиона 700 тысяч леев, из которых 600 тысяч собирают сельчане. Треть этой суммы уже есть. Грязь везде, тяжело пройти и осенью, и летом. Каждый сдал сколько мог. Если найдем средства для трансграничного проекта, все деньги из дорожного фонда, 718 тысяч леев, выделим на строительство более 2 километров дорог. Кроме того, мы направили проекты в государственное агентство АИПА, попросили 2 миллиона 200 тысяч леев. Глава сельской администрации отметил, что в прошлом году местные жители вложили в ремонт даже больше, чем сама мэрия. Так, на улице Спортивной, например, и провели освещение, и оборудовали детскую площадку. До ремонта тут было не пройти, а сейчас очень хорошо. Мой муж внес вклад. Теперь хотим отремонтировать и улицу, на которой живем. Тут теперь красиво и хорошо в любую погоду. И в дождь, и в снег. Между тем, в Кишиневе в прошлом году на деньги из муниципального бюджета капитально отремонтировали всего 3 улицы. Иона Пелевана, Николая Тестемицану и Мирона Костина.